Кто такие светские львицы и почему их так называют? Львица, которая светится. Красивая, высокая, стройная, грациозная, очень образованная, высоко поднятой головой и вперед идущая женщина. Ни зверь, ни птица, летит и матерится. Я так понимаю, что это наш конь, который живет у нас на даче. Это женщина, которая знает, чего она хочет, которую знают все. Ну, это какая-то известная личность, во-первых, которая ведет довольно, наверное, гламурную, шикарную жизнь, так скажем. Наверное, женщина, которая вращается там в светских кругах. Ну, была раньше Ксения Пощаск, сейчас не знаю. Вообще это, ну, кто это? Женщина светская, которая считает львицей. Все.